Масло «Газпром» 10W40. Канистра запечатанная. Приготовил поддон. Температура воздуха минус 30. Заливаю. Ну вот, я залил все 4 литра. Вот, Газпром 10W40. Сейчас сразу же я греть его не буду. Дам ему замерзнуть посильнее, чтобы прямо оно загустело и стало белым. Ну и дождусь, пока расцветет. И продолжу эксперимент. Пробку вкрутил. Вот она вкручена. Оставляю масло застывать. Сейчас время 1:30 дня. В 8:30 я оставил масло при минус 30 градусов мороза. Сейчас солнце взошло. Масло промерзшее. Вот видно желтое. Только что я его включил. Ну, короче, 26 градусов. Прошло 20 минут. Так, температура 1,4 градуса. 2,7. 1,1. Подальше температура ниже, 10-11, поддон 16, даже вот 17 градусов. В районе пробки 2 градуса, минус 1, 1,3. То есть за 20 минут прогрева в районе маслоприемника масло прогреется так, что пуск будет легким. То есть масло сразу начнет всасываться и поступать во все смазочные узлы. Вещь хорошая, эффективная. Приобретайте. Пробка подогрева масла взамен штатной. Ставится с дистанционным управлением. Индикатор с пульта включается. 15-10 минут масло подогрето. Выключаете, заводите машину, ночью греть не нужно. Как программировать пульт к реле, прописывать? То есть, смотрите, у реле тут есть V-, V+. Подключаем. То есть, нам надо запрограммировать А включить, Б выключить. Мы нажимаем вот эту клавишу программную, нажимаем 3 раза. Раз, два, три. Загорелся индикатор, нажимаем А, потом нажимаем Б. Все, он прописался. А включил, Б выключил. Также можем второй пульт запрограммировать. Нажимаем 3 раза. Раз, два, три. Он нажали, поморгал. Off нажали, поморгал. Все, сейчас он включает, off выключает. А включает, Б выключает. Все. Теперь подключаем подогрев масла. Минус-плюс подвели от аккумулятора. Потом плюс от аккумулятора подводим на ком. Либо от этого плюса делаем перемычку на ком. Он идет выход на пробку подогреватель. НС тут не участвует. Светодиод. Плюс вы берете тоже от он светодиод. А минус, либо от минуса аккумулятора, либо от массы. Все.